Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили зенитно-ракетные комплексы украинских силовиков за пределами зоны безопасности в Донбассе, что нарушает минские договоренности. Об этом заявили во вторник в пресс-службе миссии. В подконтрольных киевскому правительству районах города Золотое, что в 60 километрах к северо-западу от Луганска, 6 августа члены патруля миссии зафиксировали 4 противотанковых управляемых ракетных комплекса калибром 120 мм. Один неподвижный зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» калибром 120 мм и один зенитно-ракетный комплекс «ОСА» калибром 120 мм наряду с другими единицами военной техники, сообщили в пресс-службе миссии. Также, по данным наблюдателей, в этом районе зафиксированы 3 зенитные установки и один многоцелевой транспортер легкий бронированный с установленным на нем пулеметом.